В нашем мире можно купить все, кроме здоровья. И всем известно, что лучшее лечение – это профилактика. Поэтому так важно следовать принципам здорового образа жизни. А чтобы проще было начать, я поделюсь с вами некоторыми фактами о здоровье. Чем раньше вы начнете делать зарядку, тем выше будет ваша мозговая деятельность в старости. Инсулин, который помогает избыткам сахара превратиться в жир, вырабатывается в организме в больших количествах вечером, а значит, позволить себе что-то сладенькое лучше с утра, чем перед сном. Введение сидячего образа жизни ведет к ограничению поступающего кислорода, как следствие замедления всех функций мозга, а всего один день без движения уже влияет на переработку инсулина в организме и увеличивает риск возникновения диабета. Диета, включающая большое количество овощей и фруктов, поможет уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Соблюдение питьевого режима помогает поддерживать необходимый водный баланс в организме и способствует похудению. А недавно ученые выяснили, что ежедневные объятия помогают чувствовать себя увереннее и спокойнее, что, между прочим, снижает риск возникновения депрессии и плохого настроения.